Всем доброго времени суток, с вами Алексей, и мы продолжаем играть в Farming Simulator 15 на карте Берег озера. За кадром, побегав по карте, меня заинтересовала одна вот такая вот вещь. Вот это у нас мельница, куда мы, собственно, можем возить и продавать наши зерновые. Вот она на карте обозначена как Flour Mill. Но, когда я обходил ее вокруг, вот что интересно, здесь заметил вот такие вот полосочки желто-черные, и мне это показалось, что как будто это какие-то триггеры. Вот хотелось бы выяснить, что же это за триггеры, если это действительно триггеры, и возможно здесь что-то будет появляться. А также, если мы обойдем вот отсюда, мы увидим, что здесь вот лежат мешки с мукой. Так вот, может быть, эта мельница будет производить муку, и мы ее будем как-то куда-то возить и продавать. И вот здесь тоже около этой мельницы лежит мука, и вот этот самый замысловатый черный триггер, который о котором я говорил в обзоре, но не знал, для чего он нужен. Он, эти триггеры черные буквально везде по карте разбросаны. И может быть, вот здесь вот тоже производится мука, и мы каким-то образом ее можем развозить по этим самым триггерам. Вот мне интересно, где-нибудь здесь есть информационное табло или что-то типа этого. Так, ну это монетка. Это мне не надо, в принципе. Так, сюда мы никак не зайдем, да? Так, может где-то... Нет. Так, здесь тоже... Вот нигде нету вот этого самого... Или какой-то таблички, или... Что-то наподобие. Вот. И залезть наверх мы не можем, да? Ну, предлагаю сейчас отвезти немножечко зерновых на эту мельницу и посмотреть, что же будет происходить. Так. Что у нас есть? Так, давайте с пшенички, наверное. Начнем. Так, или если мы посмотрим, вот эта мельница у нас принимает и овес, и сорго, и сою, и рожь. Может быть, рожь загрузить. Ржаная мука, по сути, тоже бывает. Или же она работает у нас только с пшеницей. Кроме этого, она принимает также картофель со свеклой и все стандартные культуры. Вот. Ну, так. Может быть, загрузить все-таки рожь. Вот ее у нас побольше, чем пшеницы. Вот тонн 10 для начала. И сейчас мы проверим, так ли это. Еще раз говорю, это только мои догадки. Если кто знает более правильный ответ, пожалуйста, напишите в комментариях. Просто меня вот это вот все очень заинтересовало. Меня давно уже мучил вопрос об этих вот черных триггерах. Ну и может быть, мы сейчас с вами выясним, для чего они все-таки нужны. Так, для начала, наверное, сгружать вот сюда вот мы не будем. Сейчас попробуем подъехать сразу туда. Может быть, там можно это все разгрузить. Так, нет, неправильно.
Вот так вот. Так, нет, триггер разгрузки у нас абсолютно не появляется. Ну ладно. Заедем тогда на пригорок. Может быть, ее нужно разгружать туда, на мельницу, зерно. А там внизу у нас будет просто появляться мука. Вот не зря же сюда дорожка вот эта ведет. Я так думаю. А вот и нет. А вот и нифига. Не хотит. Не хотит. Или же это триггер загрузки мукой. Хм. Ладно, высыпем туда, куда и положено. И посмотрим, что из этого будет. Так, вот здесь вот появился у нас триггер сразу. Так, высыпаем, денежки побежали. Так. Ну, а пока наведаемся. Так, здесь что? Поле у нас удобрено. 23-е. Хорошо. Так, те поля, я не помню, удобрял я уже или нет. Это мы сейчас проверим. Да, они тоже удобрены. Так, ну и, наверное, гнать его надо на 24-е поле. Заодно сейчас заедем, посмотрим, как там работают теплицы. Бейсбольная площадочка. Интересно, там когда-нибудь кто-то играет или так для антуражу стоит? Извиняюсь. Так, смотрим. Да, теплички работают. Урожай сыпется. Хорошо, красота. Так, наполняем удобрениями, товарищи. И вперед на 24-е поле. Так, там у нас уже вон второй ящик мытой картошки готовится. Надо в этот тоже аппарат насыпать, чтоб сразу продавалось. Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть не въехали. Так, а там у нас еще не докультивировано. Ну, не страшно.
Ничего страшного, собственно говоря, нету. Так, давай. О, красота какая. Так, тебе нужен курс поля 24. Стартовый угол был юго-запад. Двигались на восток. Окей. Давай. Все. Пошла работа. Так. Ну, а мы вернемся к нашим баранам. Итак. Смотрим, что-то у нас поменялось или нет. Ну вот, хотя, наверное, написали бы, если бы что-то было. Так, а если время чуть-чуть ускорить? Если время чуть-чуть ускорить... Пробуем. Так, здесь что-то ничего пока не меняется. И здесь ничего не появляется. Жалко. Очень жалко. Никакой информации. И никакой информации. Так, ладно, время не будем больше ускорять, потому как у нас там арендованная техника. Так, попробуем подъехать. Нет. Никакого информационного табло. Абсолютно. Да, будет обидно, если я ошибся. А может, рожь не канает. Может, канает только пшеница. Возможно, канает только пшеница, да. Будет обидно. Или же неподходящий тип прицепа у нас. Так. Да нет, не хочет он загружать абсолютно. Абсолютно не хочет загружать. Так, а если посмотреть по магазину, по модификациям, ведь должны же быть, если здесь прописано на этой карте мука, то должны быть и аппараты, которые она будет, которые ее будут загружать. Нет. Вот это явно для муки, но что-то не пишет он ничего здесь абсолютно. Так, и этот ничего не пишет. Да. Так, это только семена. Так, ну здесь все стандартное. Здесь все стандартное. Это для воды, это для топлива. Это... Ну, перевозит он. Вот рожь у нас. Семена. Но ничего абсолютно напоминающее то, что нам нужно.
Мука, мука. Муки нету, скорее всего. Да. Это обидно, конечно. Это, конечно, обидно. Ну, пока что это все останется для нас загадкой. Так, трактор пока где-нибудь здесь оставим. А сами давайте-ка посмотрим, что у нас с животными. Итак, коров у нас нету, а вот, может быть, их стоит прикупить как раз-таки. Так, овцы есть. Так, овцам воды надо. Так, а где у нас... Так, этот сейчас закончит. Тот уже закончил. Шустряк. Все, отдыхай. Так, вот этот нам нужен товарищ. И нужен он нам там на ферме. С его полной бочкой воды. Вот так вот получил. Вот все у меня эта мельница с головы не выходит. Что же там, как же там? И для чего темные триггеры? Так, наверное, попробовать стоит пшеницу. Ну, пшеницу я попробую, наверное, за кадром. Ее у нас мало. Чтобы можно было потом сейв бэкап сделать, так сказать. Итак, сейчас нальем водички овцам. И 18 тысяч есть, прикупим несколько коров наконец-то. По-моему, еще единственные животные, которых у нас нету, хотя они дефолтные. Так, о, бяшки ходят. Так, наполнить вода. Есть. Напоили наконец-таки. Вот там уже что-то типа шерсти появляться начало. Хорошо. Так. Гусям давно не заходили. Может, зайдем, посмотрим на мутантиков. Так. А они уже, походу, и разъединились. Они уже больше не мутанты. Так получается. Да, вполне себе отдельно. Друг от друга. Разделили сиамских близнецов. Ну, хорошо. Так даже приятнее на них смотреть. Так даже приятнее на них смотреть. Так, едем к коровам.
Так, солому я туда, по-моему, уже сыпал, да. Солома и трава у них есть. Так, а самих коров нифига нету. Это надо исправить. У вас есть ноль. Так, ну берем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пока возьмем, потому как у нас денег не так уж и много. Так, ну и где же вы? Где же вы, где? Так, открыть. Открыть. Так, вот они пасутся. Так, вода сюда наливается, интересно. Нет? Ха-ха. Значит, туда. Значит, туда. Так, это закроем. А выезжать будем там. Да что такое? Какой этот форт неповоротливый, однако. Да ладно. С той стороны триггер, наверное. Так, по носу нам не дай. Так, и закрываем сразу же. Да. С этой стороны наполнить вода. Наполняем. Отлично. Отлично. Так. Ну и, наверное, сразу остановим продажу молока. Так, это у нас, по-моему, в статичных объектах. Вот она. Где-то вот здесь вот поставим все. Теперь у нас молоко продаваться не будет. Так, это все по остальным животным у нас что? У этих теперь все есть. У курей 6 яичек. Так, коровы. Угу. Так, ну и уже вот несколько животных на продажу имеется. Несколько животных имеется на продажу. Так, вот эти, кстати, вот Fattening Cow. Мне так сдается, что они не на продажу будут, наверное, а нам в коровник. Хотя, может, и нет. Хотя, может, и я ошибаюсь. Так, ну, кроликов у нас. Кроликов мало. Надо кроликов прикупить. Почему нет? Денег 5000 осталось. Так, всего 8. Гусей полно, а кроликов мало. Вот хотя бы до сотни их догнать. Так, гусей у нас хватает. Так, посмотрим, что тут у нас. Ничего не появилось. Блин, я все-таки надеюсь. Я все-таки надеюсь.
то что-то у нас... Не. Ничего не появляется. Ничего не появляется. Ну ладно. Так, ты у нас закончил. Мы, наверное, тебя запряжем сеять. Так, запрягу я вот этого товарища сейчас сеять. Ну, а на сегодня, наверное, будем заканчивать. Такая серия получилась немножечко неинтересная, но я-то надеялся все-таки, что мельницы у нас заработают. Но не заработали. Ну, все равно какой-никакой опыт. В общем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем всего хорошего.